Ребят, всем привет, с вами снова Дукит. Я сегодня сделаю видео, так как у меня, вернее, мне написали люди по старому моему видео, это не запускается, ребят, Origin не запускается. Я решил сделать еще одно видео, потому что меня спрашивают, нашел ли я, нашел я решение, как это исправить. Вот, давайте сейчас разберем, я не знаю, еще раз попробуем вместе с вами, как бы сказать, сделать несколько способов, вернее, есть попробовать решить эту проблему. Вот. У меня изначально была проблема, что он не обновлялся. Не обновлялся Origin, не обновлялся, не мог я обновить его. Поэтому мне приходилось его удалять. Ну, многие вот ребят пишут, что это не причина. Ну, я буду рад, если вы найдете другой способ как-то решить эту проблему. В данный момент у меня последний мой способ был, то есть это один из единственных выходов, это мне было удалить и заново ее установить вместе с обновлением, то есть чтобы обновился и запустился. Следующий вопрос был, можно ли он как-то онлайн, то есть не скачивая приложение, то есть поиграть как-то через онлайн. Ребят, нет, данные Origin, игры запускаются Origin только через приложение, которое вам надо будет скачать и установить, потому что вы все равно, когда будете заходить онлайн, вам предложат его скачать. Это в любом случае. Дальше. Ну, вот получилось у вас, что у вас вдруг раз вы запускаете Origin, у вас ошибка, да, ну, какая-то вылазит, вы не можете обновить. Ну, во-первых, во многих случаях ошибка случается из-за того, что при прошлой сессии вы либо неправильно вышли, наверное, в том плане, что слетело, либо у вас компьютер перезагружали, либо она у вас зависла, вы ее закрыли сами. Это привлекло к тому, что повреждение файлов, либо какие-то, ну, как сказать, ну, не то что... Короче, неправильно работает, не стал он правильно работать, и, короче, может быть из-за этого, то, что вот такие ситуации. Либо бывает, когда мы не докачиваем, в плане, когда вот идет установка Original, может быть такое, что у вас, может быть, при установке какие-то были сбои, в плане тоже вылетало, вы включали, может что-то не докачаться. Там, блин, куча, если честно, причин. Но начнем с того, что я... Может быть, это глупо звучит. Изначально я можно попробовать запустить реестр, скан реестра и файлов на проверку. Я вот, у меня есть весь Windows программа. У меня иногда он помогает. Допустим, у меня были проблемы со Steam, у меня не запускалось, то есть у меня вылетала игра Fallout и неправильно, то есть она мне зависала, я выходил, потом она не запускалась после проверки вот именно реестров файлов, реестров, она у меня запускалась. То есть есть такие моменты, можем проверить. Ну, вот я пользуюсь Windows. Вот, запустить на проверку. Ну, тут у меня уже запущено, ребят. То есть, сейчас я удалю все. Это один из вариантов, можно попробовать. Перед тем, как удалять ее, я, блин, все это же можем попробовать, если не обновляется. Как вариант, это запустить вот скан реестра, то есть скан вот, файла проверить на ошибку или на какие-то повреждения, или вообще какие-то файлы уже, которые... устаревший, я не знаю, потому что периодически у нас что-то обновляется и что-то, какие-то старые обновления у нас остаются. Так, ну вот я запустил, мы запускаем, проверяем, после чего мы пробуем запускать опять Origin. Если у нас не запускается, ребят, я других вариантов не находил, как только удалить игру. Фугурит, удалить игру, значит, удалить только как саму программу, потому что, блин, ну я уже что только не делал. Так, ну не запустилось, смотрите, я при вас сейчас просто удалю и заново установлю. Потому что некоторые говорят, удаляют, потом устанавливают, и она у них не работает. Дело в том, что, ребят, перед тем, как вы, когда вы удалили, сейчас я вам покажу, сейчас вот то, что она у меня работает, все, без проблем, все запускается. Как бы я сейчас выйду отсюда. Так, сейчас мы выйдем. И после того, как вы удаляете ее, сейчас мы ее удалим. Вот, допустим, она у меня просто, голову мне вот парит. Ну, вот видите, он пишет, что может произойти, но я все равно ее удаляю. Ну, она, допустим, она у меня просто не запускается, ну, не обновляется, я ничего с этим сделать не могу. После чего мы заходим в папку, где она устанавливалась, где установлена. У меня, допустим, она на диске D, ребят. Дело в том, что вы, если не удалили все... То есть все эти папки от нее, то есть именно от Origin, после того, как вы не удалили ничего, закачиваете опять. Опять же, может быть несовместимость, в плане того, у вас еще старая не удалена, вы уже загрузили новую. То есть программа может опять, ну,
как сказать, неправильно работать. Так, где оно у меня? Вот где. Он у меня здесь удалилось. Ладно. Надо проверить, то есть везде, где оно могли остаться какие-то еще папки от нее. Ну, диск C. Так, есть здесь у меня. Смотрим сразу здесь. На диске C программ файлов. У нас нигде ничего не осталось, чтобы не было никаких папок, что касается Original. Так, вот, файлс 86 и программ файлс. Вот. То есть у меня все удалилось. Ничего, у меня ничего нету. Также можем сразу удалить, все почистить, дабы не было ситуации. Смотрите. Сейчас мы будем. Сейчас я зайду, ребят, и покажу, что я сейчас скачаю. Так. Сейчас, ребят. Так, зайдем на сайт. Вот, вам в любом случае вы не сможете онлайн так войти. Мы сейчас войдем в свой аккаунт. Ну, еще и не про... А, я же адрес не ввел, ё-моё, чё я? Да чтоб тебя... Забыл, как он. Все, ребят, зашел. Ребят, вот он, мы зашли сюда. Вот, короче, как-то так. Для того, чтобы мы, блин, ну, по-моему, мы не сможем запустить игру, так, библиотека и игры. Для того, чтобы поиграть в что-то. Вот. Нам надо загрузить, в любом случае его придется загружать. Вот я поставил на закачку, ребят. Поставил на закачку. Где он у меня? Че, я вышел? Вон сейчас загрузится. Ребят, еще как вариант, я могу предложить вам... Если вы устанавливали на диск D Origin, то попробуйте удалить его, установить, допустим, не на D, на другой диск. То есть на диск C попробуйте установить. Как вариант, можно так попробовать сделать. Так, что у нас загрузилось? Давайте посмотрим. Да, вот у нас загружен, ребят. Так, вот у нас открывается. То есть вы видели, я все удалил, как бы не может быть никаких, как бы почему не запускается. Такого не может быть. Вот, установить, ребят. Единственное, что вы... Так, обзор. Вот, допустим, вы устанавливали на диск D, допустим, на диск C. Я сейчас, допустим, установлю его на диск, ну, грубо говоря, на другой диск. Выбор папки, выбрать другой диск, так. Продолжить. Все, сейчас я вам покажу, что я удалил все, буквально все удалил. Она сейчас запустится. Вот я вот уверен, что нет такого. Потому что мне ребята тут пишут, то что они все удалили, они все, то есть опять начали устанавливаться, и у них ничего опять не запускается. Я говорю, блин, как вариант не запускается, потому что вы, ребят, не удалили файлы. Потому что когда у вас остались старые файлы от этого Origin, вот бывает такое, что остаются, то есть какие-то файлы. И вы закачиваете, не удалив их, закачиваете еще раз. То есть у вас получается есть еще один. То есть программа начинает, она находит, допустим, получается файлы те находит, которые новые установили. Получается те старые, которые вы еще не удалили. Поэтому может тоже быть несовместимость, и она не может не запускаться. Но у меня других мыслей вообще никаких нет. Потому что перед тем, как какие-то устанавливать, надо полностью все удалять, чтобы программа работала нормально и не было потому, что чтобы система не давала никаких ошибок, надо полностью удалять и заново все, чтобы все оно работало четко. Так, да, отлично, запускаем. Так, вот видите, у меня последняя версия игры устанавливается, то есть как бы установка последней версии. Все, ребят, она у меня заработала, то есть... Все, как видим, оно запускается. Тут я ничего такого больше не делал, ребят. Сейчас я вам покажу, что оно работает. Потому что реально я много искал, много смотрел, но я не видел, чтобы кто-то там это не выход, да, мне пишет, так какой выход какой-то должен быть. Я не знаю, она реально просто не обновляется. Вот чего бы никаких не делал манипуляций, она просто не обновлялась и все, хоть убей. Вот поэтому приходится просто только тупо удалять и заново делать так, чтобы она. Сейчас, ребят, покажу, что все работает. Я не то вел.
Так, я тут игр у меня нет, но суть в том, что все обновилось, и я захожу в этот в приложение Original, то есть менеджер в этот. Вот. Оно мне открывается. Сейчас подождите, ребят, загрузится только. Вот. Вот. Оно все открывается, ребят. Все работает. Поэтому я надеюсь, что на этот раз вам все помогло, что у вас все заработало и все ништяк, ребят. Не забываем поставить палец вверх, подписываться. И, ребят, всем пока. Всем до новых встреч. С вами был Дукит. Всем покедово.